Привет всем, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить легендарный Resident Evil 2, кампанию за Леона Кеннеди. Так, убираем это все, перезарядим пистолет. Так, что, откроем ящик, наверное. Сходим. Так, у нас здесь зомбари. Блин, все-таки цепанул его. Ну ладно. Да ладно. Что-то они так кусают как-то смертельно. Жизнь сразу. Блин, а здесь шарится. Ладно. Отлично, пробежали. Спускаемся по лестнице. Так, а ящичек у нас... Можно было через верх как бы сократить. Ну ладно. Короче, сейчас там в ящичке возьмем улучшение для пистолета. Будет немного поэффективней. Да, что-то слишком долгий путь я выбрал. Собственно, добрались почти. Так, вот здесь. Отлично. Так, комбинируем. У нас новый пистолет. Который стреляет очередями. Он более эффективный. Так, теперь можно идти к упавшему вертолету. Если бы вот здесь пробежал, то всего-то ничего такого, устроил себе длинный путь. Так. Придется опять аптечку, короче, стратить. Что-то не люблю я, когда он за почки держится. Так, здесь у нас зомбарь ходит. Труп.
патронов вообще мало. Там еще один. Ладно, с ним потом разберемся. Так. А, вот здесь патрончики должны лежать. Долбаные вороны. Что ты не берешь там еще? Да отвалите вы от меня. Засранцы. Блин. Так, дошли до вертолета. Нам нужно теперь спуститься вниз, взять вентиль, потушить вертолет. Так, ребята. Потушить вертолет и взять камешки. Так, здесь, по-моему, ничего у нас. Да. Здесь еще патрончики. Так, ленту записывающую мы брать не будем. Так ее нормально у нас там. Так, берем вентиль, возвращаемся назад. Здесь, кстати, можно открыть дверь. Будет катсцена с зомбаками. Вот они, прутся. Какой резать-то? Что-то на секунду даже подумал, что на меня цапнут. Блин, ну лестница прям ходит. Засранка. Ну, вот, собственно, сейчас потушим вертолет. Так, вентиль нам еще пригодится в дальнейшем. Будем его использовать еще раза три, наверное. Или два, или три. Патроны. Все, больше здесь ничего нету. Так, перезарядим пистолет сразу. То, что там ходит один жмур. А, сейчас надо пробежать мимо этих ворон. Ну, в принципе, если не останавливаться, то они как бы не страшны. Сейчас уложим спать чувачка. Так, упал. А, еще живой. Да куда ты? Чё ты? Блин. Тварь. И чё, он его не попадает по нему? Столько патронов истратил. Пипец, впустую просто. Так, убираем вентиль, пока он не нужен.
просто из-за какой-то тупости стратил аптечку, столько патронов истратил. Так, здесь-то у нас ничего нету. Отлично. Патроны для ружья взяли. Здесь, по-моему, что-то... А, лента нафиг нам нужна. Здесь берем ключик. Ну и используем камни. Так, берем ставку короля. Выложим сейчас его в ящик, так как он пока нам не нужен. Нам еще, по-моему, две штуки, да, две штуки надо собрать. Две же. Так, одна, вторая. Да. Две штуки надо. Так, нам нужно... Пойдем сначала сюда. Все правильно. Девушка. Чтоб-то не появлялось здесь больше. Так, берем сразу ружье. Что там у нас будет встреча с лизуном сейчас. Провода. Так, отлично. ХП. Еще одна ставка. И остается найти еще одну. Блин. Ух ты. Живучий-то какой, а? Все, теперь валим в противоположную сторону.
Так, сбросим ставку. И аптечку. Поставим провода. Здесь, кстати, можно поставить либо снизу, либо будет там еще наверху, на верхних этажах такие же жалюзи. Можно поставить наверху, как бы. На ваш выбор. Я поставлю снизу. В игрофильме сделаю. Поставлю наверху. Так. Нам вот сюда. Да. Все, ключ можно выбросить. Ай-яй-яй. Давайте, подходите. На раздачу. Так, там еще ходит. Еще двое. Давайте, подходите поближе. Блин. Хотел одним махом обоих. Ладно. Хватит. Отлично. Прям как для него держал. Так. Пленочку берем. Можно будет проявить. Отлично. Так, здесь замок сломан. Все. Берем аптечку. Наш друг полицейский превратился в зомби. Избавим его от мучений. Отлично, берем еще ключик. Так, здесь у нас все. Фотография. Здесь все. Патрон от пистолета. Здорово, тогда выберем пистолет. Записка Леону. Леон Скотт Кеннеди. Поздравляем с переводом в отделение полиции Ракун-Сити. Мы рады вашему вступлению в наши ряды и надеемся на долгое плодотворное сотрудничество. Добро пожаловать на борт от всех сотрудников полиции Ракун-Сити. Спасибо, что вы поприветствовали меня. Что, проявим пленочку?
пленку проявить можно в своем руме под лестницей. Там есть специальная комнатка такая для проявления пленки. Для проявления фотографий. Комната. Почему? Криво встал, наверное. Пленка А. Код Г. Человеческое тело. Эксперимент 9/15. 15:24. Ну и, наверное, я сохранюсь и на этом закончу эпизод. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Кому очень понравилось, делимся с друзьями. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.